Аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу. Так, прямой эфир. Да, слава Богу. Аллилуйя. Приветствую всех, братья, сестры. Приветствую всех святых, подключающихся сейчас. Я буду проводить эфир, прямой эфир на своем канале YouTube. Вот буквально через там 20 минут уже, кстати. Через 20 минут. Подключайтесь на YouTube, на мой канал. Будет трансляция прямая. Я ее назвал вот также словами, взял слова из Библии, из книги «Песни песней». Значит... «Они ледоди ведоди ли». Оригинально звучит так, это слово. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне». Вот эти слова из «Песни песней», 6 глава. Вот я вижу, да. 6 глава. Так, сейчас. Так, 3 стих. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне». Вот эти слова, ими я заглавил как раз это видео, эфир. Так что, да, вот через 19 минут уже подключайтесь, дамы и господа, братья и сестры, на моем канале YouTube. «Они ледоди ведоди ли». «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне». Это самое великое, что прозвучало в моей судьбе, в судьбах многих очень верующих разных конфессий, разных деноминаций, мессианских евреев, христиан разных конфессий, деноминаций. И мне, как мессианскому еврею, мне, как православному христианину, как архиепископу Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, как евангелисту, мне действительно отрадно делиться Божьим Словом, именно вот этим посланием любви, божественной любви. Однажды в Днепре, город Днепр, тогда еще Днепропетровск, 20 лет назад, я приезжал в одну из протестантских церквей проповедовать тогда, и знаете ли, да, 20 лет тому назад ровно как раз, и я готовился к проповеди, и это, знаете ли, я сказал Богу то, что тогда ощущал, то, что чувствовал. Я сказал ему, сидя в кресле, проповедь готова, я перечитывал конспект, перелистывал эти места Писания, снова и снова прокручивал их в голове, озвучивал их сам для себя. И так хорошо стало, что называется, не в сказке сказать, не пером описать. Ну, присутствие Бога действительно такое потрясающее. И я сказал, говорю, Бог, Господь, мне так хорошо с тобой, Папа, мне так хорошо. И вдруг мое это слово, оно превратилось из монолога в диалог. И я услышал тихий голос, как будто моя мысль, но это явно не моя мысль. И этот голос сказал мне тихо-тихо, но очень так вот, настолько прям проникновенно в сердце. «А мне еще лучше с тобой». Я там чуть не упал. Если бы не кресло, я бы там точно грохнулся бы на пол прям. Потому что это было настолько потрясающе. Я никогда раньше, до того, знаете ли, я даже не думал, ну как-то вообще не размышлял о том, что же чувствует Бог, когда я с ним разговариваю. И, знаете ли, с той колокольни я никогда не смотрел на наше общение с ним. Знаете ли, я всегда смотрел со своей колокольни. Но вот 20 лет назад все изменилось. После вот этого короткого слова я пересмотрел очень многое в своем христианстве, в своей вере, в своих взаимоотношениях с ним. Но об этом вот через 17 минут начну говорить на своем канале YouTube. Поэтому, друзья, вот сейчас я здесь прощаюсь с вами. До встречи. Благословляю всех вас и приглашаю вас всех в 17:00 по киевскому времени, 18 по московскому, кто из России сейчас подключается, насчет прямой трансляции, которую я назвал «Я принадлежу возлюбленному моему, и возлюбленный мой принадлежит мне». Благословляю всех вас во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь
лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, подключавшихся. Благословляю всех моих друзей на этой странице Facebook и на двух других дополнительных страниц моих Facebook. То есть у меня куча друзей здесь, 15 тысяч почти, потому что и там, и там, и там уже лимит уже исчерпан по 5 тысяч человек. Вот, и добрую половину из вас я лично знаю. Встречались где-то мои студенты, мои друзья, верующие разных конфессий, разных деноминаций. Я очень рад этому. Знаете ли, порой мои виртуальные друзья становятся моими реальными знакомыми, реальными друзьями. Это бывает просто вот на улице, где-то в транспорте, где-то пересекаемся на вокзалах, в аэропортах. Слава Богу! Благословляю всех вас во имя Господне. И знаете, что Бог очень сильно любит вас, всех нас. Он к нам, к роду человеческому, доказал всегда, навсегда свою любовь, отдав свою кровушку, свою жизнь за нас преломив. Слава Богу! Как такому Богу не верить? Слушайте, дамы и господа, братья и сестры, благословляю всех вас. Через 15 минут жду всех вас на моем канале Бишоп Журавлев. Ну, там все контакты есть. Так что не поленитесь, подключитесь. А те, кто не сможет подключиться в 17:00 по киевскому времени, то тогда в записи уже посмотрите тогда, потому что все это автоматически сохраняется и сохраняется на Ютубе, на моем канале. Все, шалом, благословляю всех вас и завершаю снова этими словами. Они ледоди ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Шалом, благословляю всех вас, слава Богу.